стартовала акция «100 проектов» под патронатом президента торгово-промышленной палаты Сергея Катерина. Победителей выбирали почти из 500 участников со всей России. 75% из них – представители малого бизнеса. Цель акции – продвинуть интересы компаний на российском и зарубежном рынках. Отобрали проекты по определенным критериям. В первую очередь, это экономический показатель деятельности предприятия, социальная активность этого предприятия, то, как оно работает в своем регионе, экспортная ориентированность, инновационная продукция. Сотни победителей оказались предприятия из разных отраслей экономики. Объединяет их потребность в инвестициях и продвижении на рынке. Эта акция, прежде всего, нужна бизнесу. И мы, конечно же, хотим сейчас взять срез предприятий со всей страны и посмотреть, какие проблемы, какие там точки острые, как мы их будем решать. Потому что палата – это мощный инструмент, обладающий возможностью взращивания, экспорт, представительство за рубежом. Основная наша деятельность – это производство высококачественного племенного посадочного материала. Плюс еще это товарная рыба. На сегодняшний день чувствуется обстановка такая, что идет монополизация торговли, розничной торговли. Идет укрупнение, мега-сети создаются, и там совершенно другие законы. И вот нам, представителям малого бизнеса, туда очень сложно войти. Совместная работа должна привести к созданию новых рабочих мест, увеличению прибыли, расширению представительств предприятий внутри страны и за рубежом. В Армавире у нас сеть салонов красоты и школа косметика, где мы обучаем для себя же кадров. В Ростове у нас основной бизнес. 200 человек работающих. Производство сейчас закладываем завод полного цикла. Кроме этого, 80 представительств по России и 20 странах мира. У нас заложили завод в Чехии, и не хватает немножко финансирования, поэтому надеемся, что торгово-промышленная палата поможет найти инвестора. Тем более у нас в планах выкупить завод сырья в Германии. Сотрудничество торгово-промышленной палаты и 100 компаний по всей России продлится год. Через год нам бы очень хотелось услышать, что мы им помогли продвинуться. Мы бы хотели, чтобы по итогам этой работы у нас появился пакет заданий от них, что должны делать наши палаты в территориях, что должна делать федеральная палата, кроме того, что мы делаем дополнительно.